Привет, друзья, с вами Раштарин Зук, и мы продолжаем прохождение игры «Бэтмен. Начало». Как вы видели концовку прошлой серии, вот этот этап довольно сложный нам предстоит, потому что нам придется сражаться с коррумпированными копами. И будет, наверное, много затупок с моей стороны, так что приготовьтесь. Тут очень жесткий, видимо, будет стелс, потому что если тебя засекли, тебя сразу же расстреливают. И тут, как в Бэтмен Архам Сити, нельзя просто взять и попрыгать там где-нибудь по верхам, пока противники тебя перестанут замечать. Нет, тут все не так. Тут все сложнее. Так, сразу же, значит, используем гарпун и спускаемся вниз. Тут где-то должен быть охранник. Блин, черт, вот я уже запоролся, по-моему. Блин, капец. Чё ж, как же я его... Я ж в прошлый раз его так хорошо это колбаснул с первого раза. Вот, блин, а. Надо посмотреть, может, можно просто как-то нажать кнопочку сверху, чтобы он сразу же его оглушил автоматически. К сожалению, заставки не пропускаются. Придется все каждый раз смотреть заново. Поскольку я решил отказаться от монтажа, все мои затупки вам придется смотреть. Так, ну-ка, стоп, если я сейчас присяду как-нибудь. Где он там? Что-то можно его глушануть-то? Так, он отходит, во. Стоять, блин, иди сюда, урод. Да блин, они меня увидели, сволочи. Блин, вот попал, а. Вот так засада, с самого начала, блин. Я же в прошлый раз спокойно его осилил, этого чувака. Ладно, нам, значит, раньше прыгать и оглушать его, потом на цепь. Может, вообще не с ним не связываться. Тут же можно так пройти, по идее. Просто обойти их можно, по идее. Здесь же вот идет цель, да. В принципе, если он отойдет, то я просто могу на нее запрыгнуть, да, залезть наверх. Мне не обязательно его вырубать. Ну ладно. Вырубили все-таки. Хотя у нас что-то с репутацией как-то проблем. В прошлом этапе ее много было. Она, видать, может быть, она на каждый этап заново начисляется. Не за всю игру в целом. Скорее всего, наверное, так и есть. Так, надо присесть, а то мы создаем шум. Вот сейчас будет место с копами, которые пока, честно говоря, даже не знаю, как проходить. Сейчас мы подумаем над этим вопросом. Кстати, а тут же можно пролезть. Куда-то вниз. Там есть кто-нибудь? Вроде никого не вижу. Так. Тут что, здоровье? А у нас оно, в принципе, по-моему, целое. Да, наверное, нет смысла сейчас что-то использовать. Когда мы здоровы, мало ли, вдруг придется вернуться сюда или еще что-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй, блин! Как же так-то? О, пипец. А я что-то думал, игрушка простая. Что-то, ну, как я проходил ее давно, и уже не, как бы не помнил, какие тут были у меня затупки. Начало вроде простое, первая миссия простая, а дальше его поперло. И, блин, все заново с чекпоинта опять, ну... давайте, завязывайте. They are. The
The rabbits are something new. The bears are standard powder. They go straight to the dealers. And the rabbits? They go somewhere in the narrows. What does that mean? That's all так, I know. Так, этот тип стоит, сейчас пойдет он его. My nose anywhere, it might get cut off. Есть. Все, наверх, наверх, наверх. Так, что он дальше не ползет? Фу, блин, а? Напряжно, напряжно. Все-таки получается, что реально Arkham City проще проходить, чем здесь. Если бы там каждый раз заставляли чекпоинта начинать, то было бы очень сложно. Так, ну и что, тут нам даже не показывают, в какую сторону они смотрят. И это проблема. Так, стоп. Сейчас попробуем. Вот вроде он же нас не видит. Давай, давай, тихонечко, 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 тихонечко. Есть! Есть! Сейчас мы тут что-то нажмем. Alfred, I need encryption prefixes. Right away, Master Bruce. Что-то взломать, короче, нужно устройство для взлома нужно, не можем так. Гаджет нужен, ага, используем гаджет. Хак. Так, ну и чё, как? Ну-ну. Так. Что делать-то? Листик нолик. Электрохак, электровзлом. А, R1, наверное. Ого! Что делать-то? Хак кружочек. Надо, чтобы нолики, видимо, подали, да? О. Используя левый аналог стик, чтобы двигать. О, цепь эту, блин. Кран. Так, а я не вижу. Куда мне? Наверное, между ними надо где-то уронить. Полагаю. Все, репутация выросла, они упали. Оружия у них нет. Ого! Во! Давай, дуд! Иди сюда, на! Ну чё, 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 чё ты? На! Так, у меня там здоровье проблемы, по-моему. Пошли отсюда, Бэтмен! Бэтмен, давай, да! А-а-а! Давай, вниз, вниз, там аптечка. Не зря же, там аптечка. Хоть полжизни восстановили, так. Да что ты говоришь, давай! Don't make me hurt you. А! Что такое? Нет, с боевой системой тут у меня явно проблема. Да что ты, блин, урод! На тебе, скотина такая! Жизни-то опять нифига не осталось. Так, один сыт, я вижу. Да получи ты, урод! Что-то все блочишь тут мне. Все, допрашиваем, блин, офигеть. Скорее бы чекпоинт нафиг. Tell me about the rabbits. Говори мне о кроликах. Я не знаю ничего. It's funny. Это смешно. Я верю тебе. Кто знает? Who does know? Falcone's playing his cards close to his chest. Whoever he's working for has got him spooked. Короче, Фальконе все знает. Somebody knows. Кто-то знает.
his, you know, what do you call it? Consigliere. He'd know. Falcone tells him everything. Чего, кто? How do I find him? Как я его могу найти? He's the only guy in the docks in a $500 suit who's not Falcone. Короче, единственный парень в доках в $100 костюме, то есть $1000 костюме. What scares him? Чего он боится? I don't know. Falcone. Small spaces. Он боится Фалькона и замкнутых пространств. Кто там в костюме, не знаю, в общем, посмотрим. Вот сейчас я опять-таки дошел до такого места, то есть не то, что место. У меня мало жизни сейчас. И как бы если где-то еще аптечка не попадется, то у меня будут большие проблемы. Так, двойной прыжок предлагают использовать. И зачем? Ай! А, чтобы А, ну все, я перелетел, в принципе. Вот чекпоинт, а жизни-то мало, то есть, блин, вот это печально. Потом, если я даже отсюда буду каждый раз начинать, то у меня будет мало жизни, всегда они не восполняются. И будет очень сложно, будут сложности с прохождением. Тогда. Так, вот пролезть можем, отлично. А что не показывают, что там дальше, что за углом-то, я же не вижу. What are you doing over here? Sorry, what do you mean? Ain't you supposed to be Falcone's right-hand man? I had to get some air. They went down to the ship's hold, and I'm not comfortable. Вот это правая рука Фалькони, чувак, короче. Вышел подышать воздухом, не любит. Замкнутые пространства. I heard. It would be best if you didn't ask. Sure, whatever. Так. Тот отвернулся, да? Ага. Ну чё, так, давай. Нужно подкрасться сзади потихонечку и его захватить. Do your worst. You'll get nothing from me. Ты ничего не получишь. Я только я не понимаю, что Бэтмен меня спрашивает. Ты тратишь свое время. Бэтмен просто трясет его и ничего не говорит. Falcone's already got me scared. There's nothing you can do to me. Фалькон меня уже напугал, ты ничего не сможешь сделать. No, no, please, let me out. The walls, please, I can't. А он боится стен, пространства. Please, anything, just let me out. I want to know about bears and rabbits. Я хочу знать о медведях и кроликах. The bears go to dealers. The rabbits are something new. What are they? I don't know what's in them. It's serious. They go to some guy in the Narrows. What guy? I don't know his name. Falcone's more secretive than he's been about anything before. Короче, говорит, про доктора рассказал. Doctor. I think he works at Arkham. Который работает в Архаме. Falcone's shipment. It's mostly been divided up already. Please let me out. Falcone's shipment. How do I find it? White falcons. They're spray painted on his crates. I can't. I can't. Короче, корабли Фалькона подмечены белой краской, что ли, там что-то он сказал, что-то типа того. В общем, точнее, не, какие корабли? Like контейнеры, видимо, Фалькона помечены белой краской, что я туплю-то? Exactly. Нам нужно узнать, что в этих контейнерах, скорее всего. Perfect. May I ask, sir? Perfect for what? Something dramatic. Так, посмотрим, может, где-нибудь аптечка есть. То идти дальше без аптечки. Нет, что-то не видать. Да. Тяжелое прохождение мне предстоит. Игра не такая простая оказалась, как я думал. Ух ты, блин, охранник. Я думаю, просто попробуем проскочить мимо. Так, а тут цепь я вижу, да? Эй, бадди. You talking to me? Nobody else here. I must be talking to you. That's funny. You got a light? Nah. We're tired. Чего и куда? You want the doctor's guys, right? О. What do you want to know for? Да тоже можно, да? Just curious. The whole rabbit and bear thing don't sit straight with me. Oh, why a loony bin head shrinker is all of a sudden interested in drugs that ain't exactly medicine. Здесь, скорее всего, не пройти. Curiosities, and I'm not your buddy.
О, здесь дверь открывается. Можно заходить. Так, может, тут где-нибудь на стенах-то будет аптечки висеть? Блин, не хотелось бы потом где-то запороться. Просто реально просто можно попасть в тупик, если будет предстоять схватка с несколькими противниками, а у тебя жизни на один удар, то это тупиковое состояние. Потом придется просто весь уровень заново начинать. Иначе никак. Так, тут есть кто? На радаре вроде тихо. Так, а тут можно и налево пройти. Что у нас здесь? Тут труба, что ли? А, это фонарь. Тут навряд ли есть смысл куда-то забираться. А тут можно залезть наверх. И что там? А смысл вообще этого всего? Я же не смогу за проволоку, наверное, запрыгнуть. А, смог. Так. Куда мы идем? Что нас там ждет? Там я вижу охранника. То есть это можно на корабль, в принципе, забраться. А, так может, нам туда и нужно было, на самом деле. Так, вот там справа что-то отмечено, то, что... Тут обычные охранники. Но даже я их сейчас не побью, я так думаю, с моими жизнями. Там с оружием, чувак, нет. Нет, туда мы не пойдем сейчас. Они меня услышали, что ли? Вот там с оружием, чувак, надо бежать отсюда нафиг. Тихо. А там не аптечка случайно висит на борту? Ну-ка. Так, стоп, чуваки, давайте сваливаем отсюда, сваливайте отсюда. Давайте, сваливайте отсюда. Да блин, а что это было за атака в прыжке, которая не сработала? Ладно. Мы знаем, что там, по-моему, висит аптечка. Сейчас я сразу же поднимусь и пойду налево тогда. Я думаю, это логично. Вырублю чувака и пополню здоровье. А тут-то вообще дверь открывается или нет? Скорее всего, и нет. А, нет, должна открываться. Нет, нам не сюда явно. Явно не сюда. Ну все, тогда делаем все как в прошлый раз. Эй, ты что не зацепился-то, блин? Все, поперли. Это чувак с ножом. Ладно, попробуем сейчас его вырубить тогда. Они сейчас эти ребят за мной не побегут. Я вроде как бы беззвучен. Отлично. Так, и аптечка. О, полностью восстановился. Блин, а может я правда сейчас уже был восстановлен после чекпоинта? Ну, навряд ли, конечно. Так, ну и чё? Посмотрим с этой стороны. Что мы можем сделать? А, внизу, походу, охранник-то. Где-то. А, нет, дальше тут. Ugh!
Все, эти увидели, тут с ними по-любому сражаться. The Batman. Ух ты, трое! Давайте будем пробовать разные вариации. О, красиво вышло. О, мультиатака, это тема. О, контр вышел. Давайте, подходите, уроды. Ух ты, зараза такая. Вы не знаете Бэтмена, как я умею драться. Подходите, подходите. Сразу засали, да? Ай, только не спрыгнуть отсюда. Куда ты пошел-то, блин? Как-то вот я... Система переключения между врагами, я не очень понимаю, как работает. Это все, походу, да? А, ну просто он того же с... Он сложился и, соответственно... Так. Давай, давай, наверх. Так, во, что это у нас тут? Дымовые гранаты мы нашли. Так. Это мы сможем пугать врагов еще сильнее, там, с помощью них, типа. Арсенал ниндзя все растет. Так, переключаются они вверх-вниз. Электрозлом, гранаты. Закрыли. Это на L1, да, у нас получается. Тут лестница вниз, спуск. Можешь сразу перелететь вот на соседнее место. Так, где-то тут охранник бродит, да? Кстати, без оружия. Ну, с ножом. По идее. Так. Что тут надо сделать? Опять взламывать, что ли? Ну, давайте взломаем. Как быстро-то эти летят так кружком. Да... Да блин, да что ж такое-то? Где моя реакция? Фу, взломали. А вот его груз помеченный, да? А он газ содержит, что ли, да? Чисто как это так вообще? Или что это там? Что там вообще находится? Кто это сделал? Мы чуваков напугали, короче. Ну что, мы прилетим, может, к ним тогда сразу? Кстати, если на эту штуку запрыгнуть и сбежаться как-нибудь. Да что же, кривой геймпад-то, а? Родные геймпады у меня были, соневские. И все их поломали. Провода там перепортили. Ну вот... гранату как там выбрать? О! Whatever you are, you're dead. Жалко, что мы не можем лежачих добивать. Так ты, ты!
Keep the hell away from me. Ох, еще один. Ну что? Вот только сейчас эту проблему я не хотел ожидать. Ну хорошо, да моя граната помогла немного. Ну, из него какой-то ключик выпал. Ох, блин, как-то вот с трудом мне даются боевые сцены. Ладно, ничего. Прорвемся. Главное, чтобы вам было интересно смотреть, друзья. Так, ворота. А вот тут ничего такого нет, не припрятано у нас. Там какая-то щель. Не. Так вы заметили, тут особо секретов никаких даже и нет. Выглядит, то есть собирать нечего. Главное, что нам нужно, это вот аптечки. Я никого особо не вижу, тут кого-то слышу, но не вижу. Радио что ли тут? Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо, чувак, не надо тут. Так, это что, граната еще? Да, вот это я затупил сейчас с охранником-то. Я что-то его не заметил. Он там психует теперь. Мешал бы его гранатка-то глушить. Так. He must be gone. Да-да, вот скорее всего и Бэтмена нет, чувак. Успокойся. Ух ты! Больше делать нечего тут. Он с оружием был. Что за гранату использовать? Нет, ну граната хорошая подспорье. Реально, ребят. Без них бы я тут не прошел. О! Взлом начался, блин. О, с первого раза. Пустые коридоры, никого нет. If I may, sir, Falcone is being protected by a small army and a large arsenal. A forward attack may be too great a risk. Что Falcone будет охраняться маленькой армией и большим вооружением. Нападать в лоб будет рискованно. Show him there's something on these streets more frightening than him. And how exactly do you intend to get close to him, outside of using force? I'll bring him to me, that crane. Very creative, sir. One could almost believe that you enjoy this. В общем, Бэтмен как-то собрался его к себе привести. Не знаю, что он имел в виду и как мы сейчас будем с ним расправляться. В фильме Falcone, по-моему, психушку сам попал. Может, он Крейн на него натравить хочет? Бэтмен. Надо будет вообще этот фильм пересмотреть, чтобы хоть сюжет вспомнить. Все перепития сюжета, скажем так. Будет лучше понимать, о чем они тут разговаривают. Тут охрана, ёлы-палы, я шумлю. Топаю, блин. Так, тут вот за ящики можно спрятаться. Что-то они тут, по-моему, рядом ходят. И как-то стремновато. Они смотрят прямо сюда, по-моему. Сейчас посмотрим через камеру. Так, ну-ка нафиг, 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 нафиг. О! Пускай идут тогда, да? Лучше, наверное, с ними не связываться. Тут в тени отсидимся. Так, они все трое пошли, да? Идут.
Так. Мы тем временем пройдем дальше. О, пошел загрузон. Что-то серьезное нас ожидает. Чекпоинт. Так, ну вроде никого не вижу. На всякий случай присяду, вдруг кто-нибудь снизу там пойдет. Так, аптечка. А что нам сейчас? Я как посмотреть сейчас здоровье? У, здоровья мало. Кушаем аптечку. И вниз, наверное, да? Или куда? Что он обратно дверь показывает? Дверь — это то, с чем мы можем взаимодействовать. Так, труба, труба. Где-то труба должна быть, за которую можно зацепиться. Что-то я не вижу. Вот что ли, вот это? Так, ну, сейчас попробуем. Ага. Погнали. Охраны пока не видно. Так, вот тут явно, что нужно что-то куда-то эти ящики обрушить, видимо, на эту тачку Фальконе. Куда это мы поехали? А что с ними делать? Не понял. И чего? Так, это что, нам туда прыгать, что ли? Я же не долечу. Так, ну-ка еще раз. Наверное, как-то можно на нее залезть, по ходу дела, пока она поедет. А то что-то прыгать, по-моему, геморно. Ведь... О! Хорошо. Смотрите, полюбуемся на виды. Вид очень красивый, кстати. Если бы какой-нибудь HD ремейк выпустили этой игры, то было бы круто, я думаю. Но это маловероятно, что что-то такое выйдет когда-нибудь. Вообще могли хотя бы все игры, что есть на PlayStation 2, выложить в продажу в PlayStation Store, потому что там хотя бы можно апскейлинг включать. То есть... в высоком типа разрешения играть, но не в настоящем, как бы растянутом. Но это лучше. Так, оптика. Погнали. Не знаю, почему они все игры туда не выложили. Выложили какие-то единицы. Так, охранники. Ничего не подозревают. He's real. Ух ты! Да, he's real. Ну же блок же поставил. Сколько же тебя может долбить-то, урод? Сволочук такая, а? Вот рядовые противники, а? А жизни выносят. Ну-ка, сколько у меня вынес-то? Ну, в принципе, еще... жить можно. Но все равно как-то обидно. Так, я не помню, где лифт. А вот едет, еле-еле. Не спеша. Кстати, напишите в комментариях, какие еще хорошие игры про Бэтмена вы знаете. Ну, конечно же, все знают серию Arkham, а вот помимо нее,
Выходили же другие игры на разных платформах. Я помню, даже на PlayStation 1, на Sega были игры про Бэтмена. Пишите в комментах, какие вы играли, какие вам понравились. Так, тут что-то можно в двух местах пройти, видимо. Ну-ка, кто у нас тут? Там охрана, что ли? Да, там нам не светит. Здесь, по крайней мере, я никого не вижу. Чего? Дверь закрыта. Нужен ключ, а где его взять? Тут сюда идет, кстати. Так, надо приготовить гранаты. Yeah, it's Doug. Where the hell is Pelig with the boss man's boat? I don't. Опа! Захватили чувачка. Hello. Привет! Don't kill me. Не убивай меня! I need to get through that door. Мне нужно пройти через эту дверь. I have the key. У меня есть ключ, пожалуйста, только не причини мне зла. What's Falcone afraid of? Чего боится Фальконе? I just work for the guy, but I heard he doesn't like heights. Я знаю, что он только боится высоты. Еще не любит высоту. Так, берем ключ. Так, ну хорошо, все разрешилось, да? И выходим отсюда. Так, ну судя по всему вниз. Ух ты, блин, как что-то я зря так, наверное, бухнулся. Я думал, он съедет по лестнице, а не спрыгнет с нее тупо. Вот, проходим. А! Тихо. Что делать? Блин, что же я не попал-то? Два урода, блин, тут мне попались. Так, я думаю, один готов. Я тут тоже сварился. Тьфу, блин, неожиданно как-то это было. Взяли, зашли, гады. Тут стелсишь. И тебе вот бац. Так, и чё, видимо, на цепь. Ага. Единственное место, видимо, куда нужно. Там мы можем попасть. Ага, дверь-то закрыта. Нам показывают другую сторону. А, вон тут цепи, блин. Смогу ли я сейчас с этим корявым геймпадом? Давай! Так. Давай. Фу, блин. Тут-то, я думаю, мы уж точно долетим. А что наверху у нас? А, тут можно наверху пройти. Наверное, это будет лучше, там внизу, наверное, кто-нибудь сидит. Давай. Можно открыть, да? Дальше нет смысла идти. Хорошо. Тихо. Чекпоинт, хорошо. Врагов нет. Всякое оборудование, короче, да? Самое главное, это флеш-гранат. А, тут что-то дофига, смотрите, флеш-бэнк, смок-гранат, HF-транспондер, я не знаю, что это такое, короче. Мы будем пробовать, видимо, потом. А, ну я же здесь и вошел. Значит, не в другую сторону.
Так, лестница наверх ведет. Где-то рядом куча охраны. Сердечко у Бэтмена застучало. А, это этот. Это враг. Так, нам вот этого надо будет вырубить, да, я гляжу. Потому что у кого-то пульта стоит. Этот пульт нам потребуется. Хотя мы вот тут, наверное, сможем спуститься как-нибудь. Ну-ка. Тут это явно похоже на... вещи, за которые можно цепляться. Тихо. Фух. Есть, отлично. Так. Отлично. Так, теперь осталось пульт нажать. Во-во-во, круто, вообще. Так, а этим сейчас мы попробуем бросить. Что у нас за херня? Почему он не используется? А, во! И по мышей на них. Вот круто сделали, кстати, вот приблуды-то интересные, ребят. Этот просто испугался тел, чел. То есть это мы этот газ пугливый в них выпускаем, типа, а им кажется, что это летучая мышь, может, или он как так сделан, не знаю, в общем. Может, все вместе, и мыши, и газ там. Ну, круто. Просто противник сразу испугался, и все, он уже обездвижен. Он нам не страшен. Блин, интересно становится, вот реально, вот, с этими приблудами. Очень здорово придумали. Что, куда мы приехали? Крейн. I've intercepted a signal from Falcone's boat, Master Bruce. I'm afraid you only have a few moments before it docks. Что, там где-то сверху охрана, что ли? Я не догоняю. Может, мне где-то залезть нужно? По этой фигне? Или нет? Нет, там что-то много народа, они вооруженные. Наверняка как-то нужно залезть на этот кран. Да, точно. Охранник, судя по всему. Thought I saw a shadow for a second, but that's all it was. Заткнись. Не время для разговоров. Блин, опять взламывать, что ли? Что ж такое-то? Машину. Я не вижу, где она. А, вот она. Блин, круто вообще придумали, на самом деле. Тут-то они испугаются.
Leave that superstitious crap for the Bush Leagues. I want to know who he's working for and how I can hurt him. I'm not gonna keep playing errand boy while that white-collar geek Crane barely lifts a finger. What in the name of... Такое, да? Телефон примагнитился. Так, и что дальше? Спускаться? Или еще выше подняться можно и по крану? Точно? Отлично. Сейчас мы к нему подберемся. Даже с охраной связываться не нужно будет, по идее. Блин, интересно придумали, на самом деле. Get me down from here! What are you staring at, you slack-jawed moron? Lower this damn thing! Ah! What? What the hell? Кто ты, черт возьми? I'm Batman. Я Бэтмен. We've got Falcone at the scene. Drugs, prints, cargo manifests. This bad character gave us everything. That's your nocturnal. Bats may be, but even for billionaire playboys, 3 o'clock is pushing it. Price for leading a double life, I fear. Bruce? But it's not who you are underneath. It's what you do that defines you. Ну что ж, друзья. Прошли мы этот этап, худо-бедно, да, но вот согласитесь, постановка действительно реально интересно сделана. То есть не просто ходишь долбишь, а нужно подумать, что сделать, в принципе, то есть какие-то разнообразные элементы есть. Так что надеюсь, вам интересно было это смотреть, вы поддержите лайком, и мы продолжим в следующей серии. Ну а с вами был Раштанидзука, до новых встреч!